О, ребята, ничего себе, вы что, ко мне в гости сегодня пришли? В этот день воскресный, день чудесный. Что же вы стоите на пороге? Заходите, заходите быстрее. Главным героем выпуска сегодня буду я. У меня для вас будет несколько зарисовочек, о которых я хочу поговорить. Для записи этого выпуска мне потребовалось 2 съемочных дня, но я сделал элементарные вещи. Ну, смотрите, мы с вами находимся в Москве. Город большой, густонаселенный. Но я беру вот такой пятачок. Это царица. Вот в рамках этого квадрата мы сегодня поговорим. Здесь живу я, здесь живут люди, здесь живет наше общество, которое меня окружает. И сегодня я хочу вам сделать несколько зарисовочек. Поговорить о хорошем. Что изменилось в районе, почему он мне нравится, почему я пока что проживаю здесь. И поговорить о тех проблемах, которые, как правило, люди в повседневной суете, когда бегут на работу, с работы, уставившись в телефоны, не замечают. Но они вот, под носом. Достаточно будет мне выйти в окно в подъезде своего дома и встретить вот такую прелесть. Наркоты, алкоголики и самые настоящие люди-свиньи, которые засирают все вокруг и ждут. И ждут, когда за ними придут убирать, когда им будут подтирать жопу. Ведь сейчас самое идеальное время для подобного сюжета, ведь весна покажет, кто где. Ну, вы понимаете, сегодня я вам покажу много интересного и будет над чем задуматься. Пришло желание снять домашний выпуск. Обычно мы ходим по гостям, кому-то приходим. Но я давненько не рассказывал про свою жизнь, и мне в голову пришла вот такая наблюдательная одна зарисовочка, с которой я с вами хочу сегодня поделиться. В том числе я хочу сделать отзыв про ремонт квартиры, про вообще жизнь на вторичке. Ведь 2 года назад выходила практически серия о том, как я сделал ремонт. Было много вопросов. Короче, сегодня есть вам что рассказать, но первым делом давайте чайку что ли заварим. Обратите внимание, у блондина дома праздничная атмосферка. 14 марта мне исполнилось 34 года, на момент съемки пятница, и вчера мы отмечали мой день рождения. Проходите, пожалуйста, ближе. В этом выпуске я вам хочу в том числе показать просто реалии своего быта. Я же блогер, у меня все в открытую, я ничего не стесняюсь, не боюсь. В том числе было много комментариев, когда мы сделали ремонт, и была 4-я серия, мол, как-то сделано так, как будто бы квартира на продажу, как будто бы вы здесь не живете. Ну, знаете, картинку навели, все, не хватает атмосферы жизни, бытия. Но, ребята, сегодня все, что будет смотреть по сторонам, вот реально, вот такая картина у меня дома всегда. За исключением, когда мы там садимся обедать, завтракать, накрываем на стол. Смотрите, у нас сегодня китайский чай, настоящий китайский чай. Это, кстати, Наталья, с которой мы несколько раз снимали уже выпуски, привезла мне с Китая чай. Ну и вот с ягодкой мы его разбавим сейчас. Зальем кипяточком, пусть настаивается. Первым делом я хочу сделать небольшой отзыв по ремонту и вообще по быту в этой квартире. Дальше я вам покажу зарисовочку, что нас окружает. Просто такая дичь на самом деле. Вот прям вот действительно стоял, смотрел в окно, рассуждал, взял камеру, взял объектив. У меня вот есть, с помощью которого можно снимать хорошие детали. Прям очень сильно он приближает, зум хороший. Я вот с ним прошелся вокруг дома, вокруг своего района. И показал, что происходит вообще, какие люди живут поблизости, какие люди проходят сквозь него. Вот обо всем этом сейчас мы с вами начнем. Так что я считаю, что выпуск будет, ну, действительно домашний, позитивный, полезный. Не просто вода, как некоторые скажут, ну ни о чем, как это ни о чем, это о нашей жизни, как раз таки о чем, будет о чем задуматься. Одна рекламная интеграция, но о ней чуть позже. Давайте, пока чаек настаивается, пройдемся быстренько по квартирке и сделаем отзыв. Эпизод 1. Мой дом, моя крепость. Напоминаю, квартира 54 квадратных метра общая площадь с учетом балкона. Ну, можно даже приблизиться к 55, по документам изначально 52,7. Ну, балкон, у меня, как знаете, сделан как жилое пространство полноценное. Перепланировку, которую я сделал в квартире, напоминаю, она у меня согласована. Если вы закажете справочку из БТИ для того, чтобы убедиться, вы увидите, что блондин не солгал. И вообще, в целом, я вам рекомендую, все те, кто сейчас там задумываются делать ремонт, перепланировки, ребята, согласовывайте, стоит копейки, делается это все быстро, и, соответственно, проблем у вас на будущее не будет. А проблемы могут быть, если какой-нибудь сосед на вас напишет кляузу или еще что-то. Поэтому
Переходим к следующему. Значит, читая комментарии, писали многие, что маленькая квартирка, чего ж ты не взял трешку, надо было сразу брать трехкомнатную, зачем ты купил квартиру на вторичке, надо было переезжать в новый жилой комплекс. До этого мы дойдем. Первым делом, на что могу пожаловаться. В силу того, что цвет стен подобрали светлый, местами есть вот такие вещи. Здесь, пожалуйста, покажи. Где-то затертости, притертости, соответственно, когда ты заходишь, убрался дома, все чисто, хорошо, но вот это вот есть. Поставить себе какой-то шкафчик и так далее невозможно, в силу того, что действительно планировка квартиры такая, что прихожая очень маленькая. Вот это стены несущие, соответственно, их как-либо ломать вообще нельзя. То есть здесь даже не сосед, я бы сказал, здесь такой блок идет большой. Но прихожая у меня, понимаете, вот такая, смотри, раз, и пошел дальше. Соответственно, в этой части мы сделали шкаф, как вы помните, и всех наших вещей, которые у нас есть в квартире, моей жены, ребенка хватает с головой. Понятное дело, что они помещаются не только в этом шкафу. У нас есть зона хранения у дочери в комнате, у нас есть кровать с подъемным механизмом, где тоже можно хранить, шкаф на балконе, ну и самое главное, у нас есть загородный дом, где есть отдельная гардеробная, куда все вещи сезонные можно вывозить. Почему делал на этом акцент? Потому что это был действительно популярный комментарий. А шины, шины от машины, где блондин хранит? За городом у меня все вывезено. Соответственно, жесткий минус вот этой квартиры в силу того, что маленькая прихожая, вот сами прям даже туда к двери, что когда начинаешь одеваться вдвоем, втроем, ну невозможно. Конечно, вот приходишь каждый день домой, когда приходим с прогулки, ну прям невозможно. Хочется пространства больше. Это первое. Второе. Ванна. Пойдемте вместе со мной потихоньку. Вот видишь, да, как бы, ну, чувствуешь, вот узковато. Ванну я тоже объединил, было множество вопросов, зачем это делать? Ну, поймите правильно, нас очень много людей вообще в целом давать комментарии на комментарии очень тяжело. Я иной раз прочитываю, думаю, так, ну как ответить? С другой стороны, огромное количество людей живет, каждый на своей волне, хотя не каждый. Люди делятся по категориям, я в этом уже убедился, потому что я снимаю вот на сегодняшний день 9 лет, как я снимаю ролики для YouTube, я постоянно читаю все ваши комментарии, в чем-то я даже считаю, что такое, знаете... Социологические исследования веду, смотрю, как люди рассуждают, что делать, как они прям по категориям все подбиваются. В ванне места в целом хватает для такой квартиры. Когда ты один, приходишь мыться, там, умываться, ок. Но, естественно, хотелось бы уже дополнительно второй санузел, потому что когда выходные, когда мы все вместе просыпаемся, и вот начинается по очереди руки мыть, в туалет, в ванну, еще что-то. Естественно, второй санузел был бы к плюсу, но делаем акцент на то, что есть у нас. В целом, вообще по качеству ремонта мне вообще придраться не к чему. Прошло, подчеркиваю, практически 2 года с момента того, как мы закончили. 2 же года прошло. Подчеркиваю, даже не 2 года, а 1,5. 2 года будет в сентябре. Специально делал на это акцент, чтобы вы понимали, что когда ты вложился, хорошие материалы подобрали, хорошая работа была, вопросов каких-либо нету. Мелкие косячки, которые есть, ну вот из серии то, что... Стены, да, в силу того, что они светлые вот марки. А так вот глобально, чтобы вам сказать, смотрите, у меня вот это разваливается, то ломается, ну невозможно. Вот такая ванна, все вещи жены, пожалуйста, помещаются здесь. Здесь дополнительный шкафчик для хранения, ну и здесь дополнительный шкафчик для хранения. Никакого шурум-бурума я не люблю, я ненавижу, когда все набросано, наставлено, вот так. Нравится, и то, это уже как бы прям максималка для меня. Вот, посмотрите. Подчеркиваю, вот по жизни, вот так вот. Чистоту стараюсь соблюдать. Всегда и дочь заставляю, потому что дочка, сами понимаете, ребенок маленький, играться, а потом игрушки кто будет убирать? Никто. Папа, мама, нет. У меня с этим строго. Блин. Ну, как минимум, жена тоже очень сильно помогает в этом плане. Поэтому ей огромное спасибо. Она мне помогает также снимать. Сейчас съемку идет она. Детская комната. Вот здесь было очень много вопросов, в частности, по шкафам вот этим. Ну как же так-то? Шкаф над ребенком повесили, а вдруг упадет? Ничего никуда не упадет, потому что, подчеркиваю, мы его очень хорошо закрепили. И вопросов каких-либо с точки зрения безопасности нету. Так как у меня родился ребенок первый, и никогда у меня не было опыта создания ремонта и комнаты как детской, я долго не знал вообще, как ее обыграть, куда что поставить. На сегодняшний день, как показывает практика, в целом все ок. Ну, действительно, прям в целом все ок. Для этой небольшой комнаты, это 10 квадратных метров, все на своих местах. А здесь единственное, да, вот так и осталось. Вот это единственное, кстати, что мы не доделали. Выведен кабель для торшерчика, дополнительного света. Но так мы его не сделали, потому что, ну, нет нужды. Вот сверху есть, ну, так сказать, на будущее. Пусть будет, а там решим. Шкафы для хранения.
То есть ребенок приходит, здесь рисует, играет, все хорошо. Хотя были предложения, тогда дизайнеры мне предлагали, некоторые, давай там тебе поставим кровать к окну. Я вообще не понимал, как это, батарея рядом, окно рядом. То есть, то ты проветриваешь, открываешь еще что-то, ну тяжело. А так вон, ребенок завалился, там поспал и так далее. То есть, с точки зрения детской комнаты, все классно. И что удивительно, стены не разрисованы. То есть, ребенок, слава богу, понимает, что рисовать не надо. У него были, конечно, попытки, но в целом все замечательно. Поэтому что-то поменять в комнате в этой я бы не поменял бы. Естественно, сейчас вот начинается, хотелось бы на будущее, естественно, будем к этому стремиться, чтобы комната была не 10 квадратов, а квадратов 15, а то и 20. Вот тогда это уже простор, можно сделать больше зон из серии поспать, диванчик, еще что-то, рабочая зона и так далее. Пойдемте дальше. Вести бизнес непросто. Каждый процесс требует особого внимания и знания нюансов для того, чтобы не нарушить законодательство. Здорово, когда у вас есть помощник, который может упростить многие рабочие процессы. Я являюсь индивидуальным предпринимателем, и у меня такой помощник есть. Имя ему Контур. Контур – это целая экосистема для бизнеса, продуктами которой пользуются более 2,3 миллионов компаний, от самозанятых до больших корпораций. С Контуром электронный документооборот мгновенный, а финансовое состояние контрагентов – как на ладони. Отчетность быстро и легко. Современный и максимально понятный интерфейс. Есть экспертная техподдержка. Ну и конечно же Контур — это высокий уровень надежности и качества продукта. Контур — это партнер для любого, кто хочет не просто вести, а развивать свой бизнес. Как я уже сказал выше, я действительно пользуюсь их продуктами как предприниматель. Поэтому развивайте и вы свой бизнес вместе с Контуром. Ссылочку я на них оставляю в описании. Пользуйтесь на здоровье. Прихожу домой, вешаю курточку либо здесь, в прихожей, либо в шкафчик. И, собственно, отправляюсь куда? Чайку попить, например. Пойдемте со мной. Вот кухня — это вообще самое интересное. Кстати, обратите внимание, как у нас сделано. У нас появилось зеркало. Мы вам его покажем, такой в полный рост, чтобы можно было проснуться, посмотреть, как ты вообще там нормально, ненормально выглядишь. Дверь, слайдер, вообще кайф, мне очень нравится, как это дело выглядит, когда закрываешь. Пользуюсь ей постоянно, то есть, например, ребенок уходит в свою комнату, можем закрыть, можем открыть, когда спать она ложится днем, чтобы не мешать, без проблем. Понятное дело, что звук она в целом пропускает, в этом минус слайдеров, но для наших нужд, это ключевое, для наших нужд. Ее хватает. Заходите. Кухня объединена с гостиной. И вот здесь было больше всего вопросов. Ну как же так, Дмитрий, ну как же так? Ты же будешь жарить котлеты. И все твои подушки, одеяло, диваны, все будет в запахе котлет. Нет, ребята, нет. Такого нету, потому что, во-первых, есть вытяжка. Раз. Во-вторых, сегодня вся вот эта мебель, она сделана так, что она, в принципе, не впитывает запахи. Вот я сколько раз смотрел, там, нюхал, проверял. Нет никаких запахов. Во-вторых, пледы и прочее, это все можно постирать. И нужно стирать регулярно. Мы этим занимаемся. Поэтому так вот пожаловаться, что да, мы объединили, у нас вся квартира пропахла едой, я вам серьезно заявляю, нет. Потому что я считаю вообще, что я по-честному с вами все показываю. Сегодня вы в этом убедитесь. Когда мы дойдем до второй зарисовочки про соседство, про то, что нас окружает. Фильм ужасов. Любите? Это все будет сегодня впереди. Касательно спальня, так как это спальная кровать, стоит у тебя на кухне. Да, ребята, да. И вы должны понимать, что таковы реалии. Потому что эта квартира на момент покупки мною в 2021 году она стоила 11 миллионов рублей. Напоминаю. Все, что вы видите, вот этот по ремонту, кровать купил, плед, шкафчик, люстра, вот все-все-все, телевизор. Я считал тогда прям полностью 6 миллионов рублей плюсом. 17. И это как бы ты, получается, заходишь в квартиру, где все сделано так, как нравится тебе, и ты можешь полноценно жить. Хотел бы я, чтобы где-то здесь у меня была бы дополнительная дверь, я мог выйти и попасть в спальню, а здесь бы стоял бы, например, просто диван, какой-то большой кухонный стол. Ну, конечно, хотел бы. Просто мне иногда очень интересно задать вопрос. Вот давайте, ответьте мне. Те, кто пишут, надо было брать трешку, надо было брать больше квартиру, нужно было брать в новом ЖК. А деньги, ребята, деньги на это где брать? Ну, где на это брать деньги? Я живу по средствам. Я не тот блогер, у которого там налоговая приходит со штрафами. 300 миллионов недоплата налогов.
там, не знаю, лот день со мной, или точнее даже не так, лот попить кофе со мной, полчаса пообщаться, 2 миллиона рублей, нет. Я более приземленный, поэтому возможности у меня вот такой вот взять и просто по щелчку пальца купить себе квартиру больше нет. Идем постепенно, по нарастающей. Напомню, что до этой квартиры мы жили в этом же доме, в однокомнатной квартире. 27,7 квадратов, она есть на канале, я снимал, показывал, которую я переделал под студию. И мы с женой были довольны. Родился ребенок, поняли, что ну все, места очень мало на троих, и, естественно, пришлось расширяться. Далее, кухня. В целом тоже все на своих местах, ничего не развалилось. Ну, может быть, местами где-то жена отмечала, что фасады там чуть-чуть набухали, нам что-то меняли. Но вот так вот, чтобы, знаете, критично, что там посыпались фасады, техника сломалась, перестала работать, такого нету. Это тоже очень важно. Две конфорки. Значит, тоже было много вопросов. Реально говорю, как это так? Две конфорки. Купил себе квартиру, понадел ремонт, а у него всего две конфорки. Ха-ха-ха. То есть высмеивали меня с точки зрения того, что это вроде как, знаешь, типа дешево, бюджетно и так далее. Объясню. За все то время, с учетом того, что у нас есть ребенок, две конфорки – это с головой. Вот такой вариант, что понадобилось третье, его просто не было никогда. Все, этого более чем достаточно. Таким образом, у нас больше места остается, и мы об этом не пожалели, потому что мы к этому пришли тоже осознанно. До этого у нас было 4, мы пожили и поняли, что нафиг оно надо, тем более пространство, опять же, все упирается в пространство. Естественно, если вот кухня, объединенная с гостиной, это примерно сейчас здесь, если не соврать, в районе что-то 35 квадратов. Серьезно говорю. В районе 35 квадратов, такое вот общее пространство. Хотелось бы 50, там, я не знаю, 60, побольше, чтобы можно было пройти. Я иногда мечтаю. Что я прихожу на кухню, сажусь, а у меня не такой столик, а такой длинный, хороший стол, красивый, деревянный, чтобы я мог сесть, посидеть там рядом с окнами. Но до этого мы сейчас тоже дойдем. Подчеркиваю, в этом выпуске у нас будет одна рекламная интеграция. И квартиру я не продаю, чтобы никто не подумал, типа, ой, блондин, запел, квартиру хочет продать. Нет. Чайку. А то, когда болтаешь, рот сушит. Иди покажи, какой красивый чай получился. Вот вы утром что пьете, чай или кофе? Спасибо, Наталья. Вкусный чай. Так, пока пусть постынет. Значит, пойдемте дальше. Давай туда, что-то сходи. Диван, да? Я прихожу, сажусь. Включаю телевидение, и вот это начинается. Ну, давай, телевидение, просвещай. Это про меня вот так вот еще сяду и сижу так вот думаю. Наснимают же, ну, напоказывают же. Зона техническая, тоже были вопросы. А зачем так? А куда его еще спрятать? Ну, приточка, она нужна. Постоянно работает, меняем фильтра. То есть, прямо без нее никак. Кондей, куда его еще? То некоторые говорят, надо было что-то, куда это что-то сделать. Пойдемте сюда. Значит, балкон. Как мне понравился один комментарий, что Дмитрий какой-то скромный человек. Ты, получается, всю свою жизнь умещаешь на этом балконе. Да, мальчик наш. Сын. Это не просто собака, это сын. Приболел, вот у него это аллопеция чуть-чуть облазит, блин. Но такое бывает. Жалко, блин, пытались лечить, но не лечим там. Лекарства, крема, нифига не помогает. Если кто-то прям стопроцентный способ знает, пишите, но я уверен, что вряд ли такой способ сейчас существует. Так вот, вернусь к комментарию. Дмитрий, ты настолько скромный человек, что вся твоя жизнь помещается на балконе. И я думаю, да, на самом деле, я не могу пожаловаться прям сильно, что мне тесно в квартире. Вот все, что есть, вы видите, места хватает, потому что ну, нет такого, что там какие-то чемоданы нужно хранить. Если бы нам не было где, да, дополнительно наши вещи хранить бы, тогда, возможно, было бы тяжелее. В моем случае вот так оно постоянно. Вот я пришел, сел за компьютер и пошел работать. Как вы знаете, отсюда я обычно делаю подсъемы в этих выпусках, даже ту же самую вот рекламную интеграцию я также записывал. Очень доволен балконом с точки зрения того, что мы сделали вот эту стену, вот этот парапет, назовем его, с подогревом. Когда будете делать себе ремонт, утеплять балкон, вот я серьезно, ребята, говорю, кидайте точно так же вот этот теплый пол сюда. Есть теплый пол на стены специально сделанный, вот у меня управление идет. Я постоянно им пользуюсь, не выключая его вообще, то есть только в летнее время я его выключаю.
Счет коммунальный за квартиру, с учетом того, да, что постоянно пол, в ванне всегда пол включен, машинка и стиральная работает и прочие электроприборы. Я вам скажу так, 6500 приходит сама квитанция и 3000 рублей примерно в зимнее время это электричество. В летнее время это будет примерно 1500 рублей. 3000, многие говорят, типа да, это дорого, ничего себе, 3000 за электричество, да. То есть суммарно плюс-минус за квартиру, я всегда считаю, с учетом интернета, с учетом того, что мы платим за шлагбаум, я плачу в месяц примерно 11-12 тысяч рублей. Вот плюс-минус такие цифры. В летнее время падает на 2000 рублей. Вот это плюс-минус такая общая вилка. А уж дорого это или недорого за двушку в Москве, судите сами. Соответственно, таким образом, балкончик я доволен, окна доволен. Вот эту вот историю тоже спрашивают. Вот я иной раз, когда читаю комментарии, просто так вот интересно, хочется людей спросить. Ты вот сделал себе вот окно, как я его назвал, да, панорамное, но оно большое, больше, чем обычно. А мыть-то ты его как будешь? Дима, ты как будешь мыть? Ты о чем думал, когда ты его делал? Ребята, за сколько? За 4 тысячи или за сколько? Или за 5 тысяч этот робот мы купили? 8 тысяч рублей. Мы купили робот-пылесос, робот-мойщик. Его вешаешь сюда, у него идет страховочный трос. Включаешь его, пьешь дахунпао. А он тебе все моет. Ну, видите, да, по кадрам, я думаю, видно, все чистое. Вон, жена включает, чистенько. Это Труди. Я обычно, когда с дочкой играю, я вот так говорю. Привет, Милана! Какие твои дела? Я слышал, что в садике сегодня была картошка с гречкой. Точнее, картошка с гуляшом. Ты съел ее, Милана? Ты почему меня отвечаешь? Люблю, да, я подурачиться, где-то что-то поозвучивать. Ключевой минус этого балкона, за исключением лишь того, что форма у него вот эта дебильная в виде пиццы. Иди прямо в самый конец туда, чтобы люди поняли, да, вы помните. Так вот это узко. А так в целом, если бы его сделать прямоугольный, если бы гостиную с кухней сделать больше, если бы еще дополнительно одна комната, то мы переходим к теме покупка квартиры. Конечно, я стремлюсь заработать, в дальнейшем купить. То, что мы ездим по новостройкам, я смотрю. Кто-то писал комментарий, от блондин, по новостройкам есть, а сам присматривается, вынюхивает, где там лучше купить, где не покупать. Да, действительно, это отчасти можно сказать и так. Конечно, я езжу, посматриваю, кто где. Ну, прям такое, чтобы мне зашел какой-то ЖК из серии, чтобы я вернулся домой после съемки и сказал, блин, я прям так загорелся, я хочу купить там квартиру. Такого не было пока что. Единственное, мне всегда не хватает, это вот балкон или какой-то терраски небольшой. Я не говорю о том, что терраска на 30-50 квадратов. Ну, чтобы можно было выйти на балкон, даже вот открытие окон, да. Это фишка. Это фишка квартиры. Открыл и все. Вот у тебя уже история такая. Столик, кстати, тоже ничего там не развалилось, не упало. То некоторые все время, когда смотрят, думают, то, что мы тут клеем все приклеили и все. И что сейчас все попадает. Вид у меня открывается. Вот сделай сейчас на 35 и покажи, пожалуйста, на Царицынский парк. То есть в зимнее время, когда все опало с деревьев, мы наблюдаем Царицынский парк. Вечером очень красиво подсвечивается. А в летнее время вот это все распускается. И само собой, когда ты выходишь к окну, здесь все в зелени. Ну, смотрится неплохо. Именно за это я квартиру эту и полюбил. Да, про садик еще хочу отметить, что вот плюс какой жирный, что держит, да, вот, например, на этом районе, почему как бы нет сейчас мысли там вот продать квартиру, например, переехать, но это отвечаю на ваши комментарии. Вот детский сад. До детского сада идти 3 минуты до группы, от квартиры до группы. Вот у меня сейчас там ребенок, по времени 1:58 на момент съемки, судя по всему, спит. Спит котенок с другими котятами. Вот, и школа сзади дома, поэтому понимаете, я же вижу, когда приезжаешь к людям, ну да, у нас детский сад есть, мы там 358 на очереди стоим, пока очередь дошла, ребенок уже школу закончил, понимаете, либо же поездки в детский сад из серии, сад есть вот неподалеку, 30 минут туда, потом обратно, это нужна машина, либо такси, короче, это тяжело, и каждый день это делать, а тут как бы вот тебе подарок, вот он во дворе, и школа с обратной стороны, это круто. Это, ребята, круто, как я считаю. Значит, касательно ремонта, вообще даже вам такой вот отзыв дам, последний. Всем, кому... Это не реклама. Я просто говорю как спасибо, потому что вы сами периодически спрашиваете некоторые контакты.
Все ссылки тогда оставлял под выпусками, чьими услугами пользовался. Но в частности за ремонт хочу сказать огромное спасибо Славе и его команде. Это Слава, получается, как прораб идет. И у него ребята, которые все делали. Весь ремонт мы сделали за 6 недель. Это был самый лучший мой опыт с точки зрения того, что не было абсолютно никакого геморроя, не было вот этих неприятных разговоров, что вот у меня друг есть. Начал делать ремонт. И вот там в первый день друг там какой-то объегорил на 300 тысяч рублей. Потом выяснилось, так ему стало это неприятно. Я говорю, слушай, а что вот вы не обратитесь-то ко мне? Вы же видели, что я сделал ремонт. Вот ребята проверенные. Договор, все составили вперед. Ну, я вот думал. Поэтому на экран вывожу вам номер Славы. Можете с ним сами списаться, переговорить. Пусть к вам приезжает. Это кому надо. Кому не надо, не обращайтесь, ничего не спрашивайте. Но я действительно прям очень доволен. Пацаны у него, кто работает, они давно работают, все спецы. Подчеркиваю, это не реклама. Это полный честный отзыв. Вот так вот. Значит, это первая часть, о которой я хотел поговорить, что квартиры в целом доволен. Пожаловаться нам не на что. Естественно, хочется расширяться, но это уже дальнейшая история, потому что покупка квартиры, когда сейчас смотришь цены, я просто в ахере от них, это во-первых. Во-вторых, я прекрасно понимаю, что покупать квартиру, если, например, мы говорим про новое жилье или в доме, который уже сдан, заселен, но все равно остаются квартиры, там, например, в бетоне или с каким-то ремонтом, я бы лучше выбрал, конечно же, в бетоне, так как сделать под себя я хочу. Заезжать в квартиру в новую, где ремонт уже готов, это только лишь на первое время, как у меня было и здесь. Пожил, ок, скопил денег, делаешь под себя и уже живешь полноценно в удовольствии, потому что сейчас, когда я прихожу домой, я каждый раз действительно получаю удовольствие от квартиры. Когда мы уезжаем в какие-то путешествия, возвращаемся, я все время думаю, блин, класс, приходишь дома, светленько, все чистенько, свежо, ну, вид более по меркам Москвы, считаю, очень хороший из окна, то есть я прям получаю удовольствие. Ой, чаек хорош вообще. Ой, ребята, ой, чаек-то хорош. Ой, какой чаек. Так вот, здесь зафиксировались. Следующий уровень, понятное дело, покупать следующее жилье. Но нужно копить, 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 присматриваться, заработаем денег, уже, соответственно, будет второй шаг. Вот это вот была первая зарисовка, я бы назвал ее позитивная. А сейчас давайте-ка мы с вами перейдем к негативчику. Эпизод второй. Общество, которое нас окружает. Обратил внимание на следующее. Вот думаю, так, когда мы снимали выпуск вообще про квартиру, много же комментариев было из серии «Дом чмошный, некрасивый», «Ой, рынок рядом, совковый такой, фу, бя». Раньше район у нас и вовсе была еще полнейшая жесть, потому что эти кадры, что я вам показываю, здесь сейчас парковка сделана большая, там раньше тоже были так называемые вот эти торговые ряды от рынка, просто палаточный городок, где... Ну, действительно, просто вчерашний век какой-то был, ну, просто Шанхай самый натуральный. Когда выходишь от метро, были постройки, которые не капитальные серии, понатыкали всего подряд, и где люди делали бизнес. Был вот на этом месте, где мы стоим на кадрах, сейчас там скверик, а раньше там был просто брошенный какой-то лес, где все собирались алкаши, наркоманы и прочее, вот это нежить, и серии просто идешь, и там просто вонище стоит, и вот они там как зомби по этому лесу ходят. Что произошло? Все вырубили. Сделали дорожки, расставили лавочки, образовался просто-напросто сквер. Сквер красивый, здесь по весне будет все зеленое, но тем не менее алкаши, они здесь как были, так и остаются. То есть теперь стали отдыхать, назовем это так, в чистоте. Точно так же рядом было здание какое-то полуброшенное, огороженное забором. А сейчас произошла ситуация следующая. Вот смотрите, я вам показываю. Переделали полностью рынок. Я офигел. Ну, действительно приятно. То раньше бывало, открываешь окно, смотришь, старый рынок. А тут сейчас все полностью новое, внутри все новое. Я вам кадры все подготовил, сходил, снял, показываю. Действительно круто. Раз. Рядом с домом появилась эта дополнительная большая парковка. Ну, назовем ее перехватывающей. Это и серия, кто там с Московской области, с других районов, где метро нету. Приезжают, ставят автомобиль, спускаются в метро, уезжают. Цена парковки там что-то 100-200 рублей в течение дня ты заплатишь. Вот. Это очень круто, потому что вот с появлением, да, тех же самых парковок платных, я подчеркиваю, я не говорю о том, что да, типа здорово, что парковки везде водят, нет. Но мне, как жителю этого дома, и то, что у нас есть шлагбаумы, хотя бы теперь есть куда машину поставить. Я приезжаю вечером, если, например, на территории нету места дома, да, то я ставлю рядом здесь, там 150 рублей я утром заплачу, и все. Но это круто.
Это как раз специальный ответ для тех, да, ну, прослеживать информацию, кто живет там в новых ЖК, там, в высотных домах. А ты приезжаешь, парковок нет, и ты их просто не найдешь, не существует. С точки зрения там, наличия какого-либо магазина в Москве, я вообще считаю, что об этом даже смысла нет говорить. Все, что в пределах МКАД, вот, по щелчку пальца тебе все, что хочешь, привезут, под дверь положат. И сделать это довольно-таки оперативно. То есть в этом плане развитие идет. Вход в метрополитен тоже переделали. Подчеркиваю, я когда готовил вот эту мысль в голове, я понимал прекрасно, что когда ты хвалишь, а что мы хвалим? Мы, получается, хвалим то, что власти Москвы понастроили. Значит, кто у нас молодец? Мэр молодец. Но, ребята, выборов сейчас мэра никаких нету. Я вам даю лишь свой отзыв как житель района Царицына, что у нас в районе действительно много чего поменялось. То есть нам это дают. И теперь мы переходим к обратной стороне. Беру камеру, накидываю объектив, начинаю ходить по сторонам, смотреть. В силу того, что рядом с нами здесь есть железнодорожный такой, я бы назвал его уже вокзальчик. Тут МЦД, МЦК, вот эти все развилки, когда можно уехать в Подольск. Я могу ошибиться, просто я на нем не езжу. Я чаще езжу, ну, на метро, если так. Но смысл в чем? Есть большой поток людей. Зачастую говорят там... В Москве плохие люди, в Москве хорошие люди, в Москве зажравшиеся люди, вот в Подмосковье люди проще. Но что я вижу? Просто меня окружают, нас с вами окружают самые настоящие свиньи. Вы знаете, как я отношусь к чистоте, порядку, когда мы приезжаем в разные города, разные страны. Я частенько это показываю, рассказываю. Так вот, идет просто поток, накидано, ну мама дорогая, сколько. Я думаю, почему вы это делаете? При том, что урны, ребята, пустые стоят. То есть урны вычищают, разбирают. Но вокруг просто все в бутылках. Вот эти алкаши, которые понапьются, бросают. Я вот, посмотрите, подснял вам кадры. Снег тает, да, сугробы. И, соответственно, получается так, что в нем, как ландыши, бутылки. Повсюду эти бутылки. Собаки, любимые собаки. Вот у нас есть собака. У нас есть дома специально пеленка. Он ходит на пеленку. Мы выгуливаем его утром. Соответственно, фекалии мы за ним убираем. Но вот сейчас весна потаяла, вот у меня соседи в доме. Я не хочу сказать, что какие-то соседи плохие, хорошие, здесь выводы делайте сами. Я рассказываю про себя, но вы можете копировать, ставить на всю страну. Я думаю, у нас это везде такая история. Если у вас не так, то напишите, где вы живете, что у вас там за дом, за город, если у вас таких проблем нету. Собаки засрали просто все. Вот сейчас идешь, думаешь, это просто что такое? Я вижу, вот у людей там большие собаки в доме есть, они гуляют, там я вчера проходился, ну просто все в говне. Доказательства такого рода я уж в деталях снимать не стал, но вот здесь мы идем вдоль двора, с левой стороны тротуар, по которому идут обычно люди с собаками, и он весь засрат. По правой стороне, это когда ты вышел из дома прогулять собаку, вроде как наш, на зеленой территории. Я живу этажом выше, вижу всю картину с балкона, это просто, друзья, но это словами не передать, мы в прямом смысле слова засрали весь двор и живем в говне. Вот просто все в говне. Точно так же я наблюдаю, как наши соседи там вышли, встали, пиво попили, потом возле лавок просто вот такие горы мусора, я подчеркиваю, прям возле лавок оставляют, не в урну бросают, а возле, вот, нашвырял и пошел. Дальше, давай прям даже по-живому встанем, вставай, пойдем покажем, пойдем на балкон, я просто хочу прям ребятам прокомментировать, что происходит. Вот я открываю окно. Вот, допустим, курящие люди. Вот как к ним относиться? Я уже показывал. Покажи вниз. Сосед курить, когда выходит, это просто, я думаю, вот о чем он думает, вот даже вот так бы вот показать. Короче, ну вот это покажи. Подними камеру. Вот это показывай. Подоконник, да? Вот эти вот откосы. Это, конечно, не к столу будет сказано. Все просто в соплях. Вот он стоит, курит, вот трясет всего. Притом он не алкаш, он не пьет. Но у него просто все там фу-фу. И вот такой человек. И они докуривают, все бросают вниз. Соответственно, сейчас я уже так посматриваю, все, что под окнами, оно все в бычках. Оно все в бычках, это жесть. Я сделаю фотографии с телефона. Далее некоторые подъезды, прям видно, стоят, видимо, люди. Съел апельсин, швырнул корки, бананы выбрасывают, еду из-под фастфуда. Просто упаковки все бросают под окна. Обойдя, вчера выгуливал собаку, обойдя вокруг дома, в бутылках также некоторые видно, кто пьющие, вот эти бутылки водок просто без конца швыряют, швыряют, швыряют. И это люди, которые как бы на улице встретят, что «А я что? А мне должны? А мне надо, чтоб мне дали? А кто? Я заплатил за квитанцию? Пусть убирают». Регулярно вешают по дому список должников. Должников дохера.
по-другому не скажешь. У некоторых там задолженность 50 тысяч, у кого-то 300, 400, 500 тысяч. Ну, действительно, большие цифры есть. Я это все веду к тому, то, что вот люди, вот общество, в котором мы живем. Как бы вот как вот, да, нас перемешали. Кто-то, вот я иду, смотрю в окошке, да, подчеркиваю, я не такое, что я там заглядываю к людям в окна. Ну, идешь, смотришь, у кого-то там балкон, чистота, комнаты, да, вот там, допустим, ты видишь, шторки висят. Ну, видно, что у людей прям дома вот, идеально. А некоторые стоят, вот такие курят, у него весь просто хламина, блядь, просто весь балкон заставлен всякой дурью, ненужной уже откровенно. Окна все грязные, женщина стоит, там курит, и с кем-то по телефону обсуждают, что кто-то там плохой. Я думаю, что за жесть вообще творится, что происходит? Ой, то-то-то-то-то. К чему я это веду? К тому, что, ну, тяжеловато, конечно, так жить. Знаешь, когда ты подходишь, так вот смотришь, и я всегда вспоминаю, например, другие страны с точки зрения полезного опыта. Помните, вот недавно мы когда там про Дубай рассказывали, я говорил, что там, например, там нет алкогольных магазинов в открытом доступе. И там, соответственно, такого ты никогда не увидишь. А у нас вон детская площадка. Дети бегают, играются, чуть дальше небольшой закуток с лавочками. И там, соответственно, ребята после работы приходят, в силу того, что двор вот этот проходной, то есть у нас в доме есть арка, и сквозь нее проходишь, и дальше уходишь. И зачастую, ну, дома, в смысле, дальше стоят. И зачастую люди там притормозились, вдарили. Бывает, алкаши валяются, спят, и как бы курят, и пошли дальше. Вот. Из последнего, да, продолжаем. Выходил в ролик в четверг на канале про Джулиан. Джолион, Хавал Джолион. Вот там интересный комментарий был, мол, зачем к тебе приезжают люди со своими автомобилями, которые ты там типа хейтишь. Ну, допустим, мы сказали, что в Джолионе плохая шумоизоляция, а некоторые владельцы говорят, очень хорошая шумоизоляция. А вы что, все с Мерседесов попереседали? Пересели. Мол, все классная машина, мы все довольны. То есть, есть люди, которые мое значит хорошо, про мое только хорошо и никак иначе. Если я сделал выбор, значит, он единственно правильный и верный. То, что у тебя могут быть какие-то минусы там, с твоей покупкой, с твоим образом жизни, это не про нас, у меня все идеально. Я правильный, вы остальные нет. Я же считаю, что уникальность в чем-то моего контента, что я никогда не стеснялся показывать косяки, какие-то неприятные моменты, неудобные моменты, связанные со мной, там, с моей жизнью. Ну, давайте, заходим с вами в подъезд. Подъезд московского дома, 1970 год постройки. Первым делом нас встречает такая будка. Эта зона была для консьержа. Одно время по Москве их начали специально ставить везде. Это была как программа, связанная с безопасностью. И поначалу консьержам все были довольны. Мы скидывались сперва по 200 рублей, потом по 250, по 300 дошли. В конце концов, половина подъезда перестала скидываться за консьержа, на основании чего консьерж нам помахал ручкой и ушел. Перестали скидываться почему? Ну, посчитали то, что там плохо работает, не нужен консьерж и так далее. То есть, как минимум, был хоть какой-то человек, было место, где ему сидеть. К чему это все привело? В наш подъезд без конца вереницами ходят алкаши и наркоманы, что самое страшное. Вот мы специально с женой решили пройтись, подснять. Мы поднимаемся на 12 этаж. Повезло нам для съемки лишь то, что сейчас в подъезде идет капитальный ремонт. Ну, там, переделают, что-то шаманят, там, доделают и так далее. А так, рассказывают, что поднимаясь на 12 этаж, там тут есть выход на чердак. Там кто-то положил себе матрас из серии «Бомжи приходят туда зимой ночевать». Далее по подъезду начинаешь спускаться. Тут, как говорится, невооруженным взглядом ты видишь все эти вот изоленты, которые они подбирают на улице, приходят, скрывают. Здрасте, а вы с какого этажа? Живете здесь? Ну, живете здесь, правильно? А чего вы так? Далее я просто рандомно хватаю ручку, открываю, да, окно. Мы вылазим на балкон. Почему я вылез через подоконник? Потому что вот почему. Потому что выход на балкон, как дверь, его просто-напросто замуровали. Вот закрыли его и все. А что будет, если вдруг, не дай бог, какой-то пожар, и там человек попытается выбежать на балкон, хоть как-то спастись? Никак. Ну, я-то ладно, я вылезу, там, окно смогу разбить, еще что-то. А пенсионер? Об этом никто не думает. Типа, похеру. Нормально, нормально. Дом с 70-го года стоит, ничего не случилось. Так вот, и вот тебе на балконе по
поехали. Вылазим на балкон, а там просто жесть. Там вот эти шприцы, вот они, обертки от шприцов повсюду. Сами шприцы, салфетки с кровью. При том, что насрали там же. Ну это просто, я смотрю, думаю, чё? Гуляю вокруг дома, подчеркиваю, это в подъезде, да? Гуляю вокруг дома, этих бумажек, упаковок от шприцов повсюду. Просто я иду и вижу, там шприцы, вот в районе. Думаю, жесть. А иногда, как бы, да, в повседневной жизни, когда ты утром проснулся, там, тебе на съемку надо, на работу, еще куда-то, на встречу, ты выходишь по пыхах, как все бегут сейчас вот в телефоне, в этом, в майфуне, ты по сторонам не смотришь, и, в принципе, этого незаметно. Но при этом, когда ты проходишь, я думаю, жесть, спускаемся вниз, я вам не буду там показывать, да, лицо человека. Я знаю, что реально сосед. Ну вот так вот допиваются люди, что он просто тупо на лестничной площадке сидит, непонятно там, чего он там выпил, что он съел, он просто сидит, я говорю, а ты что? Ну вот так вот, кайфую, просто кайфует. То, что засрат подъезд, то, что в подъезды просто, это подчеркиваю, это не только у нас. Это первый подъезд есть, там вообще жесть, там все в тараканах. Подчеркиваю, вот у нас в квартире, да, я вам клянусь, просто нету никаких тараканов. Все чистенько, аккуратненько. И для меня это, значит, как маленький мир. Я забираю дочь из сада. С женой мы там возвращаемся домой. Мы пришли, дверь закрыли на замок. Вот так чай налили и сидим такие, думаем, блин, класс, все, тишина, спокойствие. У нас ребята живут классные в доме, там, да, соседи, мы там дружим, семьями общаемся. Они тоже, когда смотрят мои вот эти истории, которые я показываю, говорят, да, жесть, блин, жесть. Естественно, от этого многие хотят сбежать. Как показывает практика, когда ты бежишь там в новострой, там... В принципе, плюс-минус то же самое встречается. Не везде. Не везде. Есть действительно дома, где люди довольны. Вот мы ездим, показываем, все есть на канале. А есть такое, что когда там переселяют, подселяют. Но это реально жесть. Потому что попал бы этот дом под реновацию, переезжать в новый дом со всеми этими соседями. Да я уже знаю, что это будет там 3-5 лет. И все то же самое превратится. Так же будет он. И таким образом, когда ты на это все дело смотришь со стороны, ты просто охреневаешь, думаешь, о чем это вообще сами думают. Ну вот, вот так вот общество перемешалось, и, соответственно, есть те, кто хотят вроде как чистоты, порядка, вступать там, знаешь, в ряды, там, стать старшим по подъезду, я вообще не хочу никогда в жизни, потому что однажды я наблюдал интересную картину, когда создали чат, и у нас был один человек, я знаю, в доме, дядька решил как бы ну, навести порядок, просто поддерживать, то есть бравые идеи были. Я так заходил, читал. Как-то раз он там поднял вопрос, типа, ребят, почему не скидываемся за консьержа? Там некоторые люди просто, ну там женщина какая-то, она ему там типа, пошел ты нахер, там просто реально грубо, вот так вот мерзко, вот это противно. Он говорит, почему вы так со мной общаетесь? А как? Я как хочу, так и буду разговаривать. И что? И, соответственно, если бы он ей ответил бы грубостью, то все, как вы смеете с женщиной так разговаривать? Короче, понимаете, да, весь смысл здесь разжевывать особо сильно-то вот это не надо. Ну и все, и больше он не отказался от этих всех идей, там, быть старшим по подъездам, в чем я его, естественно, понимаю. И, соответственно, вот к чему приводит старшим подъездом. Пожалуйста. Все, просто засрали, засрали. Хотя есть просто следующие подъезды, вот у ребят, у них гораздо чище, у них такого нету. Ну, в наш подъезд, вот они, без конца. Я сколько раз уже бывал, возвращался вечером, давай, полиция стоит, и вот этот сидит, блядь, на лавке качается. Говорит, что случилось? Обожрался, ему плохо. И у них такой момент срабатывает, им кажется, как будто они умирают. Ну, я не знаю, как это паранойя называется, еще что-то. Сами себе вызывают скорую, соответственно, вместе со скорой приезжает полиция. И что я наблюдаю картину? Полиция стоит, ну, наркоман. Дождались скорую, то есть выполняют свои регламентированные действия, наверное, да, что там типа нельзя его одного оставить. Приезжает скорая, его забирают, полиция уезжает, ему там что-нибудь вколят, я не знаю, там для того, чтобы ему полегче стало. Все, открыли, свободен, пошел дальше. При нем запрещенных веществ нету. Соответственно, человек плохо, где-то что-то подобрал, сожрал с улицы, все, и пожалуйста. Многие там у нас фотографируют, выкладывают, что какие-то люди там непонятные заходят, сидят. Ну вот. Кто еще вам про это расскажет? И такая картина, она очень часто встречается по Москве. Это не говорит о том, что у всех все круто, а Машкову не повезло. Это у всех такая картина встречается по Москве. Мы уже сколько он это снимали, подснимали, показывали. Сейчас на это начать делать акцент, там просто можно фильмы ужасов снимать. Я знаю, что вы любите. Поэтому, если кто-то хочет принять участие в подобном сюжете, пишите. Приедем, покажем, что у вас там происходит. Особенно те, кто ставят камеры в подъезды, снимают, когда вот это все дело происходит, там движухи, тусовки. Это же бестолковые люди, ты им ничего никогда не объяснишь. У них все, уже голова не работает. У них одно, типа, пришел, дело сделал,
потрёсся, ушел дальше искать деньги, дальше искать эту гадость. Эпизод третий. Во всем негативном надо видеть что-то позитивное. Жена говорит: ну, Дима, здесь же будет комментарий наверняка, а что у тебя на руке? А специально завлекалочка, да, чтобы такие, а что это, что там у него? А здесь у меня мимимишка. Просто дочка мне наклеила вчера, я пока не снимал перед сном, вот так встал и хожу с мимимишкой. Но во всем негативном всегда нужно видеть что-то позитивное. И когда я все это дело наблюдаю, я, естественно, для себя это воспринимаю больше как мотивацию для того, чтобы трудиться, работать, искать какие-то направления для себя новые, чтобы заработать больше денег, для того, чтобы в дальнейшем можно было улучшить свои жилищные условия, куда-то поехать дальше, там, почаще попутешествовать. Потому что это действительно нужно, важно, когда мы там летаем, например, тот же самый Дубай, но я там прям сильно зарядился энергией с точки зрения того, что смотрю, думаю, блин, ну можно же круто жить. Чисто, как минимум, просто чисто, комфортно, безопасно. Можно? Можно. Вот это мне нравится. Я никогда вас, никого не призываю из серии, типа, продайте ваши квартиры, езжайте там в Дубай, езжайте еще куда-то. Нет. Я лишь говорю, что есть чужой опыт, который можно там, да, перенимать и неплохо жить, там, улучшать свои жилищные условия. Та же самая Азия. Вот я бы сейчас с удовольствием бы еще раз летал бы во Вьетнам, бы, в Хо Ши Мин. Вот в те районы, где мы были, где мы снимали, там, ну, квартиры показывали. Очень классно, мне там прям действительно понравилось. Я бы хотел бы туда, ну, почаще так прилетать, просто смотреть, что меняется. Поэтому все, что вы видите вокруг себя, я точно так же и вам хочу как акцент делать то, что, ну, пусть это будет дополнительная мотивация. Эти вот люди бесконечные свиньи, ну, как их по-другому назвать? Вот скажут, типа, Дмитрий, почему ты вот, ну, хамишь там как-то, агрессируешь на людей, ну, а как? Это наше общество, вот мы все вместе живем, вот у нас один дом, один район, один город, вот мы... Кто-то вышел, как, да, помните, вот эта банальная вещь, но тем не менее. Из дома вышел, все, там уже все не твое, там уже улица, там уже можно бросать, срать, кидать, и пусть за тобой все убирают. Ты пошел дальше, тебе что скажи, в глаз получишь. Ну так нельзя. Те же самые бесконечные споры с курильщиком. Я помню, я поднимал эту тему, что, например, вот один человек, допустим, мы живем в доме. У нас сосед снизу курит, идет дым к нам. Что ему сказать? Ты ему ничего не скажешь. Он здесь всю жизнь прожил, а я для него сопляк. Как я, как сопляк, может... уважаемому человеку, как он себя считает, да, который прожил здесь, что-либо говорить. Ничего, опять же, а где мне курить? И негде, да, и все. И получается так, то, что он курит, кидает эти бычки без конца, там, засирает все. Это норм. А мне, как человеку некурящему, прав, получается, никаких нет по этому поводу. Я ничего сказать не могу. Я знаю, я прекрасно знаю и помню, что многие тогда люди, кто именно курит, они поддержали именно курящих. Они сказали, да, вам что-то не нравится, пошли в жопу, там, вон, сигареты продаются, мы покупаем, делаем все законно, к нам претензий быть не может, до свидания, нравится, не нравится, дальше продолжите сами, там разные есть концовки этой поговорки. Вот, друзья, короче, длинную историю сделать короткой, по квартире, все классно, ну реально все классно, то есть это я бы назвал вот так, это прям мое уютное домашнее гнездышко, очень подогревает, что есть рядом автомобиль, можно сесть там и поехать к родителям, один час за рулем, все, я уже за городом, дом свой, да, там вышел, тишина, спокойствие, можно отдохнуть, подзарядиться и так далее, ухи сварить на костре. Ну, опять же, плюс жирный в том, почему, да, вот все-таки я, например, там не продам квартиру, не построю себе дом, мне отдельно дом точно не интересен, как бы вот с родителями мне нравится в таком формате. Ну, а город, это удобно, первое, все равно детский сад, ребенку нужен социум, общение, друзья, дети, все равно они общаются, раз. Второе, до метро мне идти 4 минуты, напомню, сел, доехал до города, погулять, куда-то сходить, сходить в баню, там те же самые встречи, все равно это в жизни присутствует, это есть. И я как бы люблю гулять, люблю там перемещаться по городу, тоже удобно. Ну и, собственно, в силу того, что все равно город большой, развитый, все вот эти остальные блага его есть. Значит, я вам предлагаю подводку сделать следующей. Напишите ваше мнение, ваши комментарии. В Москве я прожил уже более 10 лет. Кто помнит, я еще год или даже два назад делал анонс, что хочу сделать отзыв. Там 10 лет о жизни в Москве. Вот в этом году 100% это сделаем по весне. Вот сейчас как только все раскроется, расцветет, сразу будем снимать, вот когда вот это все еще такое салатовое будет, где-нибудь в начале там мая, сразу подсниму, хочу с вами поделиться наблюдениями. Думаю, ролик будет длинный, он будет там на часа полтора, но я его разобью по тайм-кодам, потому что я вам хочу прям такое сделать его более масштабный, детальный.
не в одной локации, а проехаться по всем тем местам, которые я, ну, как минимум для себя считаю знаковые, которые я вам смогу в сюжете показать. Поэтому подпишитесь на канал обязательно, чтобы его не пропустить. Ну и также учту ваши комментарии. Вполне возможно, что пусть в какой-то там форме, в позитивной, в доброй, в негативной, вы напишите комментарий, и в дальнейшем сюжете он мне поможет. Также, друзья, не забывайте подписываться на телеграм-канал. Там тоже много интересной разной информации. Дорогие гости, попы не елости, щи дохлебываем и вперед сюда потихоньку. Все, на этом финиш. На этом финиш. Ребята, выходим. До новых встреч. Всем пока. Пока.